говорили, что эти люди, которые здесь стоят, вы считаете, хотят что-то разрушить. Они, ну, посмотрите, молодежь, войны не видели. 90-е годы еще только в зачатке были. И то. А сейчас на готовое все. Живет Беларусь. Так вы же хотите разрушить? Так а почему вы решили, что они хотят что-то разрушить? Ну как, протестуют. А против чего протестуют, вы знаете? Хорошей жизни. Не, не против хорошей жизни протестуют. Они не говорят. Махают руками и флаги польские. Это не польские. Это не это наш герб польский. Флаг польский. Но а вот... наш другой. А вот там написано «Долой насилие». Люди против насилия протестуют. Какого насилия? Перестаньте. Переломали кости ОМОНу. Ну, теперь парни лечатся. А кто их звал туда? Они порядок. Они работу свою делают. Они пришли, чтобы охранять всех. Меня зовут Балашенко Александр. Я могилевчанин. Я здесь, потому что это мой гражданский долг быть вместе с народом, да, вместе с белорусским народом. Я для меня, вот для моей семьи, для моих родственников, которые живут там за границей, здесь, то, что случилось 9 августа, 10, 11, 12, 13, это хуже, чем фашизм. Это хуже, чем 41 год. Это человек неадекватный дал приказ стрелять в собственный народ. Это пролилась кровь. Он бы мог бы войти в историю как первый президент независимой страны, если бы ушел бы там досрочно, там, после первого, после второго своего президентского срока. И мы бы его там чтили, там любили, как и гордились, как американцы чтят Джорджа Вашингтона, итальянцы Гарибальди. Но он вошел в историю как Александр Кровавый. Это авторитарный правитель, которого нужно сегодня уже свергнуть. И обязательно Гаага для него, для Ермошины, для всех тех, кто отдавал приказ стрелять народ. А расскажите, где вы раньше работали, где работаете сейчас? Я раньше работал в отделе идеологической работы Могилевского горосполкома. Я уже не работаю во власти, я работаю в частной компании. Мой долг быть здесь. Почему? Я, видя это все изнутри, эту всю идеологию, я считаю, что это просто позор. Сегодня я здесь, мы победим. Посмотрите на красивых.